важнейшая составляющая и стратегическая задача в этом смысле – рост эффективности отечественной экономики в целом. В том числе нужно оперативно реализовывать меры национального проекта по повышению производительности труда. Отмечу, что это определяющий фактор роста заработных плат и доходов граждан, на что мы должны, безусловно, обращать самое пристальное внимание. Необходимо создать новые стимулы для развития малого и среднего бизнеса. Улучшать деловой и инвестиционный климат. Напомню, что два последних года инвестиции в основной капитал прибавляли более 4%, а по итогам первого квартала текущего года прирост составил 0,5%. Да, возможно, это определенные корректировки. Конечно, особое внимание следует уделить финансовой поддержке деловых инициатив. Вот эти другие вопросы предлагаю сегодня обсудить. Подробнее, пожалуйста, начнем.